Флоренция. Ну, нормальный спуск, что? Вот идем туда. Вон, смотрите, какая штука. Ну, видишь, что там? Да, да, да. Да, сейчас туда топать будем пешочком. Ну, ничего, вроде бы все складывается. Ну, когда, зачем ты тормозишь? Ты просто расслабься, тебе сама все повезет. Ты сама догонишь меня. Мы же под горку идем. Говорят, бесплатная парковка. А белая линия, значит, бесплатная. На самом деле непонятно, почему говорят платная. Такие вот. Ну, Италия, что я могу сказать? Это Италия. Даже не верится, что все это настоящее. Все это настоящее, блин. Никто не ставит пластиковое говно всякое в окна, в двери, там, не знаю, железо не ставит. Смотрите, как. Что не дверь, это произведение искусства.